Так, у нас тут юный повар трудится, блинчики делает, чуть поменьше, хорош, хорош. Ну все, давай, поехали. Вот, распределяй. Угу. Уже вот такая вот тарелочка блинчиков получилась. Что скажете о приготовлении блинов, молодой человек? Мне нравится делать блины, это очень круто. Я вообще люблю печь все. Ну, заметно, да. Хорошо получается у вас. И меня папа научил делать крутой, ну, переворот блинчиков. Профессиональный. Ага, ну сейчас ты нам это продемонстрируешь, ага. Да? Сейчас это одна сторона доготовится. И посмотрим, как ты можешь переворачивать. Готов? Готовлю все эти блины на масленицу. Ну правильно, у нас же сейчас неделя масленицы идет. Ну да. Ты их готовишь. Так, сейчас тут чуть-чуть осталось. Некоторые же живут в других уголках, где сейчас, наверное, сейчас уже, ну, далеко до масленицы. Не, ну масленица-то по всей России идет сейчас. Это праздник сразу по всей стране идет. Вот эта неделя у нас. Так, давай сейчас потихоньку начинаю его. Угу. С краешек. Мне кажется, вот это надо или уже не. С краешков его подцепляй, да? Потихоньку, чтобы он у тебя полностью был отсоединен. И потом сможешь нам продемонстрировать, как ты можешь переворачивать. Угу. Угу. Все, пробуй. Так, супер класс. Оп, оп, оп. Все, молодец. Ну, почти все круто получилось. Чуть-чуть кончик там загнулся. Да, ну, молодца, в общем, одним словом.